движение в пробках. Если вам не удалось избежать затора, перестройтесь в крайний правый ряд и при первом же удобном случае съезжайте на другую дорогу. Спокойно двигайтесь со скоростью потока. Если у вас механическая коробка передач, стоять следует на нейтралке, затянув при этом ручник, не нажимая сцепление. Не прижимайтесь плотно к другим автомобилям. Удерживайте максимально возможную дистанцию. Время от времени смотрите в сторону соседей впереди и сзади вас. Не исключено, что другие водители вдруг решат обогнать вас и вырваться из потока, создав аварийную ситуацию. Избегайте частых перестроений и не выезжайте на перекресток, если вам придется на нем встать. Вы выиграете пару минут, а другим водителям лишь осложните ситуацию на дороге. Объезжайте пробки стороной, дабы сберечь свои нервы и время. Включите радио и получайте актуальную информацию о заторах в городе. Используйте приложения для мобильных устройств.